Женева. Написано было 9 мая, как раз первый день фактически моего приезда в Женеву. Пожалуйста, трек сделайте. Немножко погромче. Снова май и снова горы зацвели, как салюты у Европы на виду. Жалко наших до Женевы не дошли в 45-м, 40-доблестном году. Было больше снега и не лапурга, а часы Омега звались бы Ага. И чтоб не елозило лужи среди избы, мы асфальтово озеро закатали бы. Жалко наши не дошли до этих мест. Было б где ополоснуть нам сапоги и на знамени на красном белый крест. До сих пор бы не поставили враги, мы бы по подвалам поскребли момент, а по перевалам встал бы монумент. Лед на пьедестале, на усах туман, вниз товарищ Сталин смотрит на Монблан. Не закончили маршрут, а ведь Штирлиц сюда тропочку топтал. Правда, Плешкин, как увидел наших тут, так из форточки немедленно упал. Друг, не улыбайся, не зигзаг судьбы, мы сюда, Чубайса, запустили вы. В танки и кожанки крепкий, как орех, он бы эти банки поделил на всех. Жалко, наши не доехали чуть-чуть в эту каторжную ссылку Ильича. Мы в борьбе бы здесь за мир по Ильичу не оставили бы на камне кирпича. Вилы здесь нехилы, но прошу учесть, что в России вилы в любом сарае есть. Даже если снова, только у чужого сроду не хотим, даже если снова, скоро победим. Вот такая песня была написана 9 мая на чужбине и исполнена в культурном центре нашего посольства. Дарья Васильевич, помните, вы это хлопали. Новый